Сделано в Великом Новгороде. Домашний текстиль, чай, пряники. Теперь на память из древней столицы можно привезти не только магнитик и берестяной сувенир. Туристский центр «Красная изба» собрал в одном месте главные новгородские гастрономические бренды. Эксперты центра уверены, очень скоро новгородский пряник будет также известен, как тульский. Он сохраняет классическую рецептуру, они готовятся вручную, печатаются на деревянных досках, как еще в 17 веке. И, конечно же, пряник – это такой вот один из символов нашего города теперь уже. Особенно активно новгородские товары покупают ближайшие соседи из города на Неве. Представитель туристического центра рассказал, что именно петербуржцы чаще других приезжают на Новгородчину. А в самой северной столице Великий Новгород затмил по популярности даже знаменитые Пушкинские горы. Интересное исследование было проведено буквально недавно компанией «Мамандо». И здесь нужно сказать, что Великий Новгород, по их данным, является лидером, уверенным причем лидером, именно на рынке туризма в Санкт-Петербурге. То есть более 44% всех запросов петербуржцев, они касались именно Великого Новгорода. То есть можно сказать, что среди гостей, среди жителей северной столицы мы занимаем практически половину рынка туризма. Специалисты индустрии туризма говорят, что в эти новогодние каникулы Великий Новгород посетит около 30 тысяч гостей. Светлана Щербакова специально для «В Новгороде.ру».